Приветствую вас на нашем канале. Ремонт квартир своими руками. Вот мы сделали сейчас квартиру. И сейчас я вам ее покажу. Так, ну начнем мы с входа. Так, вот тут еще не доделаны, получается, двери будут устанавливаться. Доборы, наличники, входная дверь, вот сделан счетчик с автоматами, если нужно выключить. Бесшовный кафель с переходом на паркетную доску. Здесь вот еще будет порожек, вот этот вот. То есть он здесь будет просто наклеиваться, вот он бесшовный кафель. То есть, ну, шовчик есть небольшой. Ну, как бы это, он такой и есть. То есть не то, что это неправильно, потому что вот он цельный кафель, вот сделан специально, как бы типа шов такой. Так, ну вот здесь вот получается вот общий автомат, это под плиту, две на розетке и этот на освещение. То есть две на розетке, это получается зал, кухня на одно, а ванна, туалет и комнаты на другое. Так, здесь багет из полиуретана уже покрашены. Потолки все были оштукатурены. Так, это у нас зал. Вот обои, наклеены молдинги на обоях, вот переходы вот эти, это молдинги, вот это вот. Они как бы выделяют, вот тут у нас потолочек, еще будет люстра устанавливаться. Вот отдельно получается подсветка, выключаются светильники, отдельно выключаются люстры и отдельно вот эта вот подсветка из-под, ну, второго яруса. Так, дальше. Дальше идем. Идем на кухню. Тоже бесшовный кафель. Вот будет устанавливаться потом здесь. Ну, тут не арка, а такая специальная. Вот здесь пережили ремонт птичка вместе с цветочком, с кактусом, с этим. Так, ну здесь тоже из гипсокартона. Включаются светильники. Так, ну и фартук. Гарнитур будет старый. Он как бы в принципе еще нормальный, но там вытяжка к нему будет выходить. Пол весь в один уровень залит, то есть вот под паркетную доску не больше 2 мм на метр нужно перепад. Ну вот все везде ровненько идет. Так, туалет. Ну здесь еще нужно доделать сантехнический лючок. Поставить, а так как бы тут все. Ну и единственное, что здесь еще будет вот здесь вроде как водонагреватель, пока вывели под него провод, еще пока непонятно, где будет точно, то есть и будет ли вообще, что может быть провод обратно потом убрать. Тут гипсокартон вот это вот, то есть вот туда, если что, все. Это сантехнический лючок. И вот здесь выходы под водонагреватель. А потом, если нужно, вот здесь вот просверливаются 2 отверстия под горячую воду, ну, холодную. И все, и вот она подцепляется. А, ну и здесь получается вот под отключение
унитазу, шранга холодной воды. То есть, чтобы холодную воду отключить отдельно тоже все. Чтобы не отключать всю систему. Так, ванна наша. Ну, тоже тут еще доделываю. Сейчас устанавливаю. Тут, как мойка. Натяжной потолок тут сделан. Это хорошая ванна, вроде говорят, очень китайская, правда, но заводской Китай. Так, ну и здесь еще все будет. Так, ну и дальше еще одна комната. Тоже потолок из гипсокартона. Все, ну эту комнату еще пока мы не сделали.